Всем привет, с вами Вэб, и я не смотрю аниме. Вообще, шокирующее признание, да, но сегодня я решил исправиться и сделать обзор на этот замечательный аниме-сайт под названием Ломендо, или, если переводить с японского, Остров Фантазий. Ну а за предложенную идею для видео я хочу сказать большое. Надсталкерское спасибо Коле Кумову, Семену Стуканову, Дмитрию Литвину, Сидору Залупенко, Андрею Сычеву, Роману Миговичу, Артему Жирову и Евгению Грышко. Без вас этого видео, скорее всего, не было бы. Так что да, большое вам всем надсталкерское спасибо. Смотрите, какая кошка-девочка. Но не поддаемся соблазну, листаем ниже и читаем описание. В картинках. Ломендо.ком с японского переводится как «Остров фантазий». Ты сражаешься против различных монстров, решаешь загадки. Игра будет считаться завершенной, если ты достигнешь галереи. Ну, звучит несложно. Поэтому возвращаемся к анимешной кошка-девочке, кликаем по ней и переходим куда-то. Да, вы все верно поняли. Остров фантазий представляет собой сайт-игру довольно жуткого толка, надо заметить. Жанрово это типичный point-and-click квест. И он довольно сложный, права на ошибку нет. То есть, кликнул не туда и все, метяк-тя. В общем-то, главным стимулом для прохождения должен быть доступ к некой галерее. Но, знаете, я очень хочу получить доступ к этой галерее. Да, конечно, обязательно, да. Итак, смертельный номер. Прохождение Ломендо от Веба впервые на русскоязычном ютубе. Блять, да... Это невозможно. В смысле, блядь? Что случилось-то? Я что, должен был это предвидеть, что ли? Ёб твою мать, опять все сначала. Ой, извините.
В общем-то все, игра пройдена. Поздравляю вас. Точнее нас, ну вы поняли. В галерее можно найти арты монстров и комментарии разработчиков на японском языке, естественно. Конечно, все это классно и прикольно, но рассуждать о каком-то глубинном смысле, с вашего позволения, я не стану. Это просто игра, основанная на японских мифах и городских легендах. Страшно. Хорошо сделанная, да, не часто находишь онлайн-хоррор на просторах сети, в общем-то поэтому я за нее и взялся. Из минусов я мог бы отметить разве что баги. Например, у меня не появлялся иногда шотган, приходилось перезагружать страницу. Поэтому, дабы вам самим не пришлось путешествовать по острову фантазий в полной мере, я скину под видео в закрепленном комменте ссылку на галерею. Полистайте, думаю, ценителям всего японского понравится. Что касается механик, ну, они вполне обычные, и все сводится к формуле «кликни ты, пока не кликнули тебя». Конечно, допустимы некоторые вариации, но все же. В целом, мне понравилось, к тому же игра проходится довольно быстро и таким образом не успевает надоесть. Ну а что думаете по этому поводу вы? Пишите в комменты, будет очень интересно почитать. Ну а также, конечно, не забывайте ставить лайки, рассказывать об этом и не только видео своим друзьям и подписываться на канал, если еще не подписаны. Ну а с вами, как всегда, был Веб. Всем до скорых встреч на просторах Дипнета и обычного интернета. Пока.